Приветствую на канале Настины советы. Сегодня вас ждет очень интересный рецепт. Обязательно досмотрите это видео до конца. Итак, этот раствор помогает удалить вот такую вот копоть, да, жир с пылью. Вы видите сейчас вверх шкафов кухонных моих. Вот этот я мыла недавно, он еще пока чистый. Вот этот намыть не успела. И сейчас как раз буду показывать вам этот раствор в действии. Салфетку я смочила уже в приготовленном растворе. И покажу вам, как же он работает. Вот так просто провожу, без особых усилий. И жир уже начинает отходить. Кто мыл когда-либо верхние шкафы на кухне, те меня поймут, как тяжело здесь обычно мыть. Но вот здесь вот просто как по волшебству протерла и становится чисто. Таким раствором можно мыть плиту. Вообще много где он в хозяйстве может пригодиться. Не обязательно верхние шкафы мыть. Можно еще мыть бытовую технику. Можно перелить данный раствор в пульверизатор и опрыскать очищаемую поверхность для того, чтобы немножечко повзаимодействовал состав с грязью и легче было отмывать. Вот этот рецепт на вооружение я вам рекомендую взять. Мало ли, когда у вас не будет дома моющего средства, то вот этот рецепт вас как раз таки выручит. Ну вот, смотрите, какая чистота. Буквально за 2 минуты я протерла вот эту копоть на шкафчике. И по такому же принципу можно мыть оставшуюся часть. Что еще можно мыть данным раствором? Я мою бытовую технику. Просто смачиваю салфетку либо губку в данном растворе и протираю технику. Раствор прекрасно удаляет грязь, жир, потому что если техникой долго не пользоваться, либо даже если пользуешься, она стоит на кухне, то жир на ней накапливается, вот эта копоть от газа, и техника становится такая липкая, неприятная на ощупь. Ну, а вот здесь просто протерла, и уже идеальный результат. Затем протираю чистой влажной салфеткой, смоченной водой. И после этого еще протираю насухо. Все, вот такая чистота получается. Мультиварка блестит, чистая, никакого жира. Перелейте этот спрей в пульверизатор, и вы получите отличное средство от известкового налета. Я просто вот так прохожусь по раковине, по смесителю. Оставляю на некоторое время контактировать и затем просто салфеткой протираю. Все, кран снова блестит. Раковина тоже заблестит, если вы обработаете ее этим спреем. Затем просто споласкиваю чистой водой. Также этим средством можно мыть плиту. Прекрасно отмывает. Удобно использовать спрей.
опрыскать плиту, для того, чтобы она немножечко отмокла. И затем просто салфеткой протирать. Либо смочить салфетку, как я сейчас, нанести средство на решетку, на саму плиту, конфорки. Жир очень быстро отходит. Грязь тоже какая есть, быстро отойдет. И решетка будет как новая. Плита, соответственно, тоже. У меня сейчас работает духовка, поэтому плита горячая, идет такое вот испарение. И духовку, кстати, тоже от легкого такого жира, не застарелого, пригоревшего, от легкого, тоже легко можно будет отмыть с помощью этого средства. Все, плита готова. Ну и, конечно же, рецепт. Итак, рецепт очень простой. Для приготовления потребуется 2 столовые ложки соды, обычной пищевой. Еще я взяла 1,5 литра теплой воды. Далее беру 2 столовые ложки уксусной кислоты. Здесь, пожалуйста, будьте осторожны. Лучше работать в перчатках. И еще добавляю 1 столовую ложку лимонной кислоты. Теперь, чтобы работать было удобнее, переливаю приготовленный раствор в емкость поменьше. Вот такой замечательный результат получается. Если видео было полезным, ставьте лайк и делитесь с друзьями. Подпишись, чтобы не пропустить следующее видео.